Николай Должанский сегодня хитростью женился на Ольге Рапунцель, которая не поняла, что утренний романтический сюрприз от Коли на самом деле свадебная церемония, и, не глядя, подписала все документы. Ольга, прекращайте! Я за вашу компанию. Нет! Ой, прости. Не лезь ко мне. Ну, щечку поцелуй. Не хочу. Он и так мне сегодня притронулся ко мне, я тебе говорила, какой части тела? Щечку поцеловал. Но я на правах мужа имею право. Он муж. Нет! Не такой жизни я хотела, Коля! Че издевается? Да никто не издевается, вот! Я, блин, не посмею, что давно не издевался! Тише! Это счастье. Вот оно такое счастье и бывает. Диана, ты, может, по малолетству думала, что счастье другое, а счастье... Счастье оно вот такое. Я хочу сюда встать, Диан, подальше от него. Да уйди от меня вообще прочь, уйди с глаз долой. Я тебя видеть не хочу, ты не понимаешь, а? Понимаю, Рапунцель. Но это... А что ты меня что превращаешь? Конченый! Ты кто такой? Меня мать родила для чего? Я твой муж.